Оплатить матерям больничный по уходу за ребенком в полном размере, а также открыть в вузах дополнительные бюджетные места. Мэр Магадана Юрий Гришан прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Глава муниципалитета рассказал, как новые нормы отразятся на областном центре. Владимир Владимирович сказал о замещении коммерческих кредитов бюджетными кредитами. Это значит, мы будем намного меньше платить банкам за обслуживание этих долгов. У нас в городе Магадане в бюджете около 200 миллионов рублей ежегодно предусматривается за то, чтобы оплачивать проценты по кредитам. Эти деньги можно направить на решение социально значимых вопросов города Магадана, развитие инфраструктуры и так далее. Кроме того, школьникам и будущим первоклассникам выплатят по 10 тысяч рублей. Юрий Гришан отметил, что это поможет родителям купить детям все самое необходимое для учебы. Ключевыми темами обращения главы государства стали демография, меры экономического стимулирования, поддержка семей, проблемы образования, экологии и международной безопасности.